Всем привет, с вами Пиксел, и мы продолжаем играть в игру под названием Зуба, и сегодня поиграем за хайповую Лиськи, да. Попробуем поразваливать ей стандартные бои. На изи, думаю, все получится, но посмотрим, как говорится. Лиззи у нас такая, да. Персонаж достаточно ситуативный, но при этом очень сильный. Хоть вы думаете, типа, мало хп и все дела, но реально персонаж очень сильный. За счет даже своих этих хилочек, за счет постоянной пассивки на реген. Орел без ничего, понимаю. Зато с кофем. Что думаете, ребят, гений на орле? Гений на орле. Зато с кофем, да? Зато с кофем. Ля, ля, сейчас улетит, смотрите. Или не успеет. Ай, какие же они гении на орлах, да, ребят? Вот такие вот гении на орлах играют нашу прекрасную игру. Не успел, ну ладно, там просто текстура могла бы задеть. А чё, бак как-то быкует или что? Или мне показалось? Брюс, ты чё быкуешь? Слышь? Иди сюда, поговорим. Брюс убежал, испугался. Ну, Лиззи так-то хайповая, да? Пугает всех. Не, ну орёл, конечно, бык. Ну, это вот типичный, знаете. Кофелюбы, кофеманы. Бачка сейчас... Ну, я думал, он быстрее туда придет, но он что-то медленно. Опять же, надо копье достать на Лиську, потому что... Без копьеца передвижение на Лиззи становится не очень. Ну, кстати, бак играет... С бинтами там, походу. Как думаете, он тут стоит, ждет меня? О, побежал, побежал. Видали, где я был и как он меня застанил? Как вам, ребят? Как вам? М? Я был здесь, он был там. Стан прошел. Это, знаете... я извиняюсь. Это, знаете, у меня вот были ситуации. К примеру, я вот стою здесь. Бак, вот где бочка. Он нажимает притяжку. Стоит на месте, меня притягивает к нему. Как вам? Ну, реально, вот такое вот было в командных боях. Я просто в афиге был, стоял такой, чего? Ой, в общем, да, Зуба она такая. Конечно, может быть, там где-то, знаете, у них на серверах же это все обрабатывается, по идее. И, возможно, там у них это все находилось в разных местах. Ну, не так, как у меня тут, типа, в игре, да? На моем экране. Ну, вот как-то так это получается. И это капец как бесит. Немножко. Так капец как бесит. Ладно, давайте немножко отправимся вот сюда вот. Как-то противников не наблюдается, я готов подраться, но их что-то нету. Кстати, смотрите, Лиська меняет анимацию, а ну-ка, смотрите, я сейчас копье кину. Видите, какая? Такая, ух, ух, что-то у него красный нос становится. Странно, что это у тебя красный нос становится, Лиззи? Такая, и глаза щурит сразу. А ну-ка. Видели, видали, видали? Кстати, есть один момент. Я вам потом его покажу. Как-нибудь. Ну это, блин, на Яре он был вроде как. Я, короче, этот, могу... Знаете, вот есть, типа, анимации, да? И вот я научился запускать одну интересную анимацию на Яре. Не знаю, правда, от чего она так вообще работает. Ну, то есть она там начинает махать своим оружием. Очень странно. О, бачок там. Бачок, а ты тоже что-то хочешь, да? Бачок, а что ты хотел? Я просто не понял, понимаешь, братан? Дона тоже что-то хочет. Дона, а ты что хочешь? Дона. Ну, посмотрите, просто две аптечки пошел. Лишь было аптечки золотые. Так, мне надо сейчас изменить позицию. Да блин, как же они достали? Ну, что они лутают мои аптечки? Я убиваю, не лутают, гляньте. Я из-за них лут не лутаю, как. Долбал мне этот уже Дон. Дон. Да умри ты уже, ну что ты такое? Офигеть, как же он меня бесит, вы не представляете. Там еще хамелеон где-то сидит, спрятался, а у меня уже ничего нету, ни аптечек, ничего вообще. Сейчас еще откинусь. Нет, лук победил. Ну или там яйца мои, или лук. Что из этого победил? Ну блин, обидно. Этот Дона, блин, просто на халяву ничего не делает, ходит, лутает аптечки, блин. А у меня там... Гранатов сквозь нее проходит. Ну там, миллиметр возле нее. Офигеть просто, я сгорел тогда. Обидно, обидно. Но, как говорится, топ-1 взят. Я, кстати, потерял суть мысли, которую там говорил, когда где-то здесь начинал драться. Ну что поделать, потерял так потерял. Ладненько. О, гранатка, и легендарный бол. И лук, и копье. Так, надо только обойти правильно. Ботик, иди ко мне. Иди ко мне, дорогой, давай, сюда. Ну куда ты пошел? Ну что ты такой непонятливый? Во, хорош, давай, сюда.
Давай, иди, иди. Иди, дорогой. Ну, видали, а? Все равно попал. О, гранатку дал. Блин, конечно, лук было бы красивее, но... Что-то золотая граната лежит? А что так слабо продамажил-то, а? С одного лука, фулл хп. А? А что так слабо, я не понимаю. Хамелеош, что за дела? Что такой слабый урон? Ну, конечно, видали, да? Как бы, ну... Опять же, вот этот момент, когда текстуры работают не на тебя, а против тебя. Это очень сильно бесит. Потому что почему-то у противника, ну, который обычно против меня играет, у него почему-то все красиво залетает через эти текстуры. Как я это что-то делаю, так все, вот миллиметры буквально и все, и не попал. Хамлёш красиво сбежал, ну а что ему, да? Зачем драться, если можно сбежать? Логично. Мы здесь залутаемся пока что. Кенгурусик там убежал. Его бы словить, конечно, было бы неплохо. Бля, какая гранатка, а? Как катится красивенько. Ладно. Какой дерзкий акул оказался. Дерзкий акул. Дерзкий акул. О, Лизи там. Дерзкая Лизи. Бля, там бобер, ты шо? А шо вы такие все душные, а? Душный бобер. Успокойся. Гранатку хочешь легендарную, наверное. Блин, меня краю зоны душат. Гений. Гений на бобре однозначно. А что, я так много дамажа с лука, оказывается, да? Очень интересно. А я не знал. Ну да ладно. Отправимся туда, куда мне нужно. Блин, какой же левчанский. Видали, какая стенка была тонкая? Интересно, левчанские бочкалюб или нет? Что думаете, ребят? Я думаю, нет. Я думаю, нет. Почему? Объясняю, опять же. Да блин, да попади ты с него лук. А чё вас так много здесь? Вы не офигели, а? Ну, вот ш... Ай, почему? Да что мне так не везет-то, а? Ну вот я в него все кидаю, все дамажу, почему оно не умирает? Странно очень. Очень странно. Ой, ну вот опять кто-то там сидел. Ой, ладно. Сам виноват. Надо было метко попадать, и все было бы красиво. А я как-то, ну, вообще косячил очень сильно. Обидно. Так, ну сейчас должна быть победа. Все, 100%. Я собрался. Правда, легендарной гранаты нет. И аптечек нет. Вообще ничего нет. Сейчас красиво умру. Чувствую. О, ботик попался. Ботик, иди ко мне. Иди ко мне. Давай, давай, хороший. Опа. Сюда. Красавец. Так, лутаем аптечку. Блин, тебе срочно нужно найти на гранату, иначе я все. Иначе я труп. Гранатка найдена, в принципе. Игра пройдена, значит. Орел с кофем очередной. Блин, а зачем они это делают? Смотрите, опять орел с кофем. Ну, видите, опять орел с кофем, да? Как неожиданно, почему же они такие неадекваты? Как думаете, ребят? Почему орлы с кофем такие неадекваты? Ваши эти, как говорится... Мысли в комментарии, пожалуйста. Ну вот я не понимаю. Именно орел с кофем уже сколько? Наверное, в прошлом видео то же самое было. Тоже орел с кофем неадекватный. В этом видео опять орел с кофем неадекватный. Что это такое? Как это? Совпадение? Не думаю. Не думаю. Насмотрится гайдов у кого-то там про орла, про кофе там. Про то, как надо играть в зубы, да? Там. Ой-ой-ой, жираф, ты что такой душный, а? Ты что, самый сильный, что ли? Не быкуй тут. Я тут самый сильный, наверное. Ладно, сейчас попробуем победить жирафа. Сделаем тут небольшую замануху. Блин, жираф с косточкой, это, конечно, прикольно. Сейчас будем замануху на жирафа делать. Ля-ля-ля, дамажит, дамажит. Ух, какой жесткий, жесткий, опасный жираф. А мы будем делать вот такие вот две засады. Постепенно, не спеша, мне там, видите, яйца восстанавливаются. Спешить мне некуда. Сделаем максималочку, потому что есть очень большой шанс, что оно не пригодится. Конечно, можно делать вообще три засады так-то по времени. Просто здесь есть такой момент, как время пропадения. Пропадание, да? Пропадение. Ну и, в общем, сейчас подождем. Красивенько здесь все замутим. Мне, в принципе, идти некуда. Там жираф, снизу непонятно вообще кто. А здесь вот такие вот мои красивые яйца. Пока что по 4, но
Это очень много урона на самом деле. Вы не подумайте. Уже по 5 яиц. Вроде это максималка, кстати. Но можно их все равно обновлять каждый раз. Так, пойдем глянем, что там у акула было. Приятно. Блин, сейчас яйца мои пропадут, пока я там бегаю. Нет, яичко, не пропадай. Нет. Успел. Ух. Жестко. Так, ну тут немножко подождем, тоже закинем. О, а нет, это пятое просто. Или шестое. Нет, это шестое уже. Это уже шестое было, подождем, закинем еще. А шестерочка это максималка, да? Ну что, немножко не угадал я с расположением. Давайте все равно закинем сюда одно яйцо. Еще. В принципе, я фулку держу так-то, да? Не парюсь особо. Ага, седьмое. Седьмое, понял. Семь яиц, понял. Это ж сколько урона? Жесть просто. А красивенько, да, смотрится? Блин, вот были бы какие-то нибудь яйца у лиски более другие. Было бы прикольно, на самом деле. Сейчас я попробую забайтить кого-то на себя. Кролик, кстати, до сих пор тут стоит. До сих пор. Ну я вот так вот сделаю. Блин, граната не докатилась почему-то. Странно очень. Как интересно Никс делает. Никс, тебе понравилось? Ой, вот так они играют, ребят. Вот так они играют. Видите, да? Гений. Пусть друг друга там, короче, убивают. Я тут постою пока что. И посмотрим, что получится у нас сейчас победить или нет. Нужно срочно забирать аптечку. Иначе я не смогу победить Никса никаким образом. Блин, слишком много урона мне прилетает от Никса. Ух. Получилось. Получилось победить, было сложно, но... Ух. Ну, хотя бы второй топ-1 взял. И я считаю это прекрасно. В принципе, план на сундуку выполнен. Конечно, хотелось бы набить 1200 рейтинга. Но я, наверное, это уже буду делать на следующей неделе. В начале, по крайней мере. Ну, или к концу этой. Потому что, как бы, сейчас вам покажу кое-что. Набил я достаточно неплохо. Смотрите, фулл сундуки почти. Осталось, ну, вот лев, пингвин, жираф. Ну, Тони не вариант, конечно. Хотя, в принципе, что 10 уровень можно набить. 6 персонажей осталось набить 1100 рейтинга. И это еще плюс 6 сундуков. Я не знаю, сколько сейчас в игре персонажей. Наверное, около 25. Плюс-минус, да? Считать мне лень, поэтому... Пусть будет 25. Поэтому, ребятки, на этом заканчиваю. Вот такая вот Лиззи, вот такая вот мощь. Как говорится, развалил 13-го кролика, развалил 15-го Никса. Всех развалил, жирафа развалил. Ну, просто имба, да? Главное не косячить. Стараться отыгрывать нормально. Опять же, я немножко косячил. Но, кстати, угадал с яйцами. Угадал. Изи победа, изи победа. Все. На этом все. Не болейте, не скучайте. Всем пока-пока.